На Петролиевской горе, где в годы войны было расстреляно более 10 тысяч человек, мирных граждан, ведется благоустройство, замена лестничных маршей. Работы не были завершены, теперь они возобновлены. Работники ЖКХ убрали старые ступеньки в верхней части горы, а специалисты ДСУ-65 устанавливают новые. Если погода позволит, окончание благоустройства будет завершено через 2 недели.